Феррари. Она красная. Что видит водитель Феррари? Обосраться, как страшно! Все, я не могу, чувак, я сейчас обосрусь. Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Всем привет, меня зовут Влада4, Ози, лайкуша, кто его знает, напишите в комментарии, что же можно здесь делать. И мы подумали, почему бы нам не потратить денежки друг друга. Челлендж, покупаю все, что ты нарисуешь. Рисую там, да-да-да, и он мне покупает машину, и ее нарисую. Он мне должен будет ее машину? Купить. Поставить небольшие рамки. У нас будет 5 уровней. В третьем 250, в четвертом 500. Потратить Вау! Хочу. В общем, надеюсь, вам понравится это видео, ставьте лайки, а я сейчас нарисую. Я ничего не понял. Это гора? Давай, давай, более подробно. Хочу стоять вот здесь, и чтобы ты... Тащи звезды. На больших таких американских машинах. Ага, спасибо. Проходите. Первая часть рисунка уже мы видим. Смотрите, это вот мир моими очками. Пишите в комментариях. Мы... Где? Голливуд? Тебя вот так сфотографировать, Влад? Да. Блин, я, если честно, поверил. Ладно, Влад, лови! Это можем считать выполненным. Рисуешь. Не, все, это я понимаю. $50. Ты хочешь засунуть $50 в бутылку и спрятать ее где-то за пулевой. Беру $50, мы их засовываем в бутылку. Беги, беги, беги. Пожалуйста, найди способ нам о себе рассказать. Немножечко времени подумать, что я хочу. Окей. Это руки. Я угадал, это человек. Я понял, о чем ты. Мадам Тюссо музей. Здесь есть 16 бигмаков. Тем самым мы порадуем. Как будет 16? 16. 16. О, первый. Давай, давай. Вижу еще одного человека. Дональд Дак. Их здесь знаете сколько? 2500 для русских артистов галочка ВКонтакте. Чувак, знаете, что сказал? Он говорит, блин, нет картошки. Бургеры закончились, это последний пакет. Смотри. Это у нас... Я буду рисовать то, что я хочу. Хочешь купить цепочку за $250? Хочешь? И ходить как рэпер. Сейчас зайдем. Вот. This is the best. Все, я дело прячу, потому что это... Мол, на что потратишь 250? $250? Вот так вот. Вот Gucci Store, но запретили снимать внутри, поэтому, ребята... Будет скрытая съемка. За $250. Опа, чехол. Такой зеленый. Как вам? Like a boss. $500. Все, у меня все четко, у тебя не получится не отвертеться. Это что? Два билетика. Я хочу сходить сам и сходить. Вы попали по адресу. Все, ну что, оператор, ты рад? Все в голове. Ну что, погнали путешествовать? Все, мы прошли различные зоны досмотра. Да, я русский, никто меня не понимает. Штука, которая стоит $250. И сейчас будем изучать, смотреть, что здесь есть. Мы сейчас начнем играть. Давай, я могу мяч попросить, я его попросил, он у меня. Прямо сейчас я играл в игру, которая называется «Роллер». Вот три человека сражаются против друг друга, командная игра. Там нужно толкаться, передавать пас. Также было забавно играть с какими-то супергеймерами, кричать, что мне делать. Я вроде бы там что-то понимал. Кричали, радовались и, конечно же, расстраивались. Я так понял, это реклама какого-то напитка. Супер крутой, интересный, харизматичный стример. По Сирии. Russian name. Это шутер, который разработан Ubisoft в Париж, 15, США. Действие Breakpoint. Этот мир можно изучать как в одиночку. В игре появляется знаменитый актер из сериала «Каратель». Выглядит он очень классно. Роль ему явно идет. Также во время игры он нам постоянно подсказывал вообще что-то новенькое. Там был момент с ночью, и так намного интереснее играть. Только что играли в Watch Dogs. Ничего вам, конечно же, не покажем. Эмоции вообще вау. Классно получилось. Добавили всякие разные автопилоты. Ну что, E3, я посмотрел. Все безумно понравилось. Он нас заждался. Теперь твоя очередь. Магазин с дорогими вещами. Мне кажется, нарисовать какой-то бренд определенный. Я очень креативный чувак. Тэгэт. Смотри, ты нарисовал Дольче Габбана. Вот такой вот комплект.
Потому что ему действительно подойдет. Ну, это нормально выглядит. Я считаю, да, тебе повезло, что тебе это подошло. Поздравляю. Так ты ворвался. Ты лишил меня. Вот и наступил второй день нашего челленджа. Начать рисовать. Я знаю, что я хочу. Но я буду рисовать при помощи телефончика. Это аренда вертолета. Это Феррари? Если честно, выглядит очень всрато. Самую крутую Феррари, которая только есть. Бабосики. Можете арендовать. Йоу-йоу-йоу. Ребят, машинка уже готова ехать. Аня. Фабрик Феррари. Смотри, давай, 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 газуй. Как обосраться, как страшно. Чувак, я сейчас обосрусь. Тебе нравится? Ты выглядишь просто, как будто ютубер 10. Ай, молодец. Хочешь обосраться немного? Что? Садись. Ой, страшно. Она такая резкая. Я предлагаю пофоткаться. Как в GTA San Andreas. Да. Закрывается крыша на Феррари. Что видит водитель Феррари? Феррари, она красная. Жмем на нее. Подписаться, чтобы она становилась серая. 1000 баксов. Ну хорошо, сейчас мы отдадим. Я не могу с ней попрощаться. Это ужасно. Катаемся. Да. Бау! Я ее вспомнил. Окей, это деньги. Я хочу 1000 долларов. Так можно было? Ну. Боди, ну это какая-то... Ну может... Мне нужно это. Смотри, мы вместе покатались. Потратил как раз таки на машину. Спасибо. Вот такую вот штуковину. И давайте за это ему поставим лайк. Лос-Анджелеса, здесь было много чего круто. Ставьте лайки, пишите классные комментарии.